Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Взгляд в будущее, ну-ка посмотрим. Использую стратегическую колоду «Маленький секрет», чтобы сразить вспышку на солнце, пока поганка не принесла ей достаточно солнца для использования Астроя. Какая еще поганка? Какая еще может быть поганка? Так, значит, мы за разгром играем. Даже не знаю, что. Давай, наверное, вот это уберем. Так, что ли, попробовать? Мне кажется, сейчас его уничтожат мне. Ладно, пока воздержимся. Так, а он тоже ничего не стал ставить, да? А он тоже ничего не стал ставить. Ну что же, сумоист. Ага. Вот ты чего. Нет, браток, ну-ка иди сюда. Никаких подсолнухов здесь и быть не может. Замечательно. Так, что же дальше сделать? Давай попробуем так. И так. Ага. Одного зомбика он все-таки мне уничтожил. Давай так сделаем. Ну, допустим. Так, я пока, наверное... Хотя нет. Давай вот так вот я сделаю. Угу. Поехали. Уничтожает зомби 3 или меньше. Погнали. На. Блин, сработает сейчас защита. Все зомби на земле получают минус один. Слушай, я думаю, наверное, нам пора вот этого парня вызывать. Что скажешь? Давай. Тимон и Пумба. Что он сейчас придумает, а? Ага. Авокадо. 3,5, 8, да? 3,5 это, ребята, 8. Ну. Ага. Ну, в принципе, наверное, и все. Так, пропускаем. Ну и что ты сделаешь? Ага. А если я так? Что? Что сразу? Скиснился. Ну, крышка, походу, делаю ему, да? На. По полной программе. Ну, в общем, замечательно все получилось. Задание выполнили и получаем с тобой вот ягоду. Так, выиграйте игру зверским зомби-героем. Это вот мы с тобой на ежедневке, понял. Так, значит, выиграйте игру растением-героем-умником. Ну что, дорогие друзья, продолжаем играть в растения против зомби-героя. У нас задание дня сюрприз. Пришло время пошаманить. Вы начинаете игру с 4 дополнительными тыквенными королями, а ваш противник с 4 дополнительными взрывными кексами. О как. Давай смотреть. Заразительные сальца, да, значит? Ох, ёлок, макарёк. Вот это мы начинаем. Ну, давай так сделаем. Интересно, сможет ли он защититься? Конечно, сможет. Конечно, сможет, ребят. Ладно. Не беда. Так, а мы, знаешь, что, наверное, сделаем? А мы сделаем вот так. Это раз. И вот так. Это два. Ага, на.
привидение, да? Этот олух вызвал привидение. Ну а что, если я сделаю, например, вот так? И вот так. И вот так. Что он на это скажет? А сказать-то ему и нечего, да? Ха, конечно, нечего. Что тут скажешь? Серьезно? Ты серьезно? Ай-яй-яй-яй. Так, растения здесь поблизости получат плюс 2 к хп, да? Само собой, нам надо вот здесь прокачать. И, наверное, сделаю еще вот так. Поехали. Так, призраки нам по барабану. Призраки нам по барабану. Ага, 2 единички урона, да, наносит? Допустим. Значит, вот так-то, да, решил сделать? А что, если я сделаю вот так? Поехали, ребята. Ну, понятно, защита сработает. Уничтожает. Так, ну, а мы наносим ему сейчас 5 единиц в лицо урона. Пока ничего не буду делать. На-ка. Ай, хорошо-то как, друзья мои, как же хорошо. Такой довольный, думает, что все, что он уже победил. Хочу его немножечко расстроить. Ничего он не победил. Ну-ка, до свидания тогда. Все, ребят, заразительное сальце свое отплясалось. Так, разыграйте 2 растения на воде. Нанесите 30 единиц урона растениям героям и выиграйте героем умником. Так, героем умником, значит, да? Герой-умник у нас... Подожди. Герой-умник у нас... Орех. Давай попробуем сыграть за него. Ну, тут мало того, что надо сыграть, надо еще и выиграть. Противник нам выпал Великанус. Не очень, конечно, хороший противник. Как по мне, очень даже нехороший. Но первый ход вроде бы как есть, да? Первый ход вроде бы как есть. Ну давай поставим сюда. Так, этот зомби будет прокачиваться, понятное дело, да? Давай так сделаем. Так, что же дальше нам делать? Наверное, позвать придется. Наверное, придется позвать нам чеснок. Позвать чеснок. А это все прокачивается потихонечку, да? Вот что он делает. Вот что он, друзья мои, делает.
Давай вот так поставим. А-тя-тя-тя-тя, как же плохо. Как же, друзья мои, все это плохо, а? Мина. Так, сделаем защиту. Ставим сюда лимон. Ой, лимон, ты понял. И вот так вот. Ага. Ну, допустим, применил. Заклинашка у него это была, ребят. Изначально, по ходу дела, да? Заморозку. Так. Угу. 8 хп. Так, ну что, поехали. Сделаем так. И вот так. Ну, то, что он там заморозку достал, нам плевать. Угу. Ну давай посмотрим, что у нас из этого вообще может получиться. Сработает защита, понятное дело. Оу, она не сработала. Сработает сейчас. Угу, ставит телепорт. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Для начала. Ну что, предлагаю взорвать, наверное, их или как? Пим-пирим-пим-пим-пим-пим. Пим-пирим-пим-пим-пим-пим. Взорвать, наверное, да? Ну так, поставим. Окей. Давай посмотрим. Вот я, знаешь, какую сейчас сделал ошибку, ребят? Зря я, наверное, сюда поставил. Надо было перекрыть. Ну, сейчас посмотрим, что он сделает. Ну, походу, ничего, да? Понятно. Короче, сдается, чувачок. Но все равно большая ошибка была, что я зеркальный орех поставил вперед. Потому что, не дай бог, у него там какая-нибудь бонусная атака или еще что-нибудь, он его уничтожит, и вот эти вот орехи мои, в принципе, никакой силы иметь не будут. А что, я не получил? Подожди. Выиграть растением героем умником. Орех, ты не умник, оказывается? Ты серьезно? Да какой вызов, ребят? Ну какой вызов, блин, в 10:30 вечера? Ну, серьезно, какой вызов? Я тут не знаю, что делать, умник. Так. Орех, ты же умник у меня. Ой, орех. Он же умник у меня, по-моему, колпак-то ночной. Да ё-моё, а? Сказал же нет. Класс умников.
Давай попробуем тогда, наверное, сыграть за... За ночной колпак. Нет, ты посмотри, а. Попробуем. Не знаю, получится выиграть или нет, но по идее за... За ночной колпак, в принципе, должно получаться. В принципе, должно получаться, а уже как пойдет, не знаю. Дождик проливной. Нам выпал дождик проливной. Ладно. Смотрим. Ай, что же это такое? Все растения получают плюс 2 к атаке. Так, он вытягивает карты. Что нам сделать? Можем выставить грибы, прокачать их. Давай попробуем сделать так. И вот так. Там уже будет видно. Наносит 2 единицы урона. Опа. Хорошо, моему, ребята. Хорошо подыграли. Вот это вот не в тему здесь. Вообще не в тему. Что же ты будешь делать, а, профессор, мозговая атака? Плюс 2 к атаке. А разве к атаке? По-моему, он дает нам 2 к хилу, а не к атаке. Ага. Вот что он делает, ребят. Хм. А давай попробуем так сделать. Опачки, как хорошо-то. Ну, ёпарсета, это что такое, ребят? Ну, что вот это вот выпало? Ну, это не серьезно. Ага. Так, давай. Сделаем так и сделаем... Сделаем вот так вот. Плюс... Плюс вот так вот. Ну, посмотрим, что там у него. Так... 3. Да, сколько? 3 энергии, да? Если этот пробьет, он возьмет защиту. Что там у него по защите будет, я не знаю, друзья. Как он разыграет? Вирус! Так, 4, 6, 10, 13. Это плохо. Четыре, шесть и три, девять, да? Четыре, три, девять. Даже не знаю, что здесь. Что здесь можно сделать?
Но мне кажется, что здесь нужно вот этого, ребята, чудика выгонять. Блин, ну почему-то я почему-то не удивлен этому. Ну что, этот будет перемещаться? Или он будет меня перемещать? Я уже не помню. Меня будет перемещать, да? Да, да, для грибов вирус очень опасен. Но зато мы разыграли с тобой. Так, нанесите растениям героям. Видишь, не хватало мне вот этого гриба нашего, который бомбит, пробивает броню. Почему-то его нам не дали, к сожалению. Возможно, если бы он был бы на ландшафте, ну, я не знаю, как бы это вирус! Все-таки, как ни крути, ребята, вирус здесь очень, очень неприятную с нами шутку сыграл. Так же, как вот и здесь. Угу. Так, у него будет сумоист. Поверь мне. У него будет сумоист. Куда он сейчас его поставит? Посмотрим. Никуда. Серьезно? Да ядрен, матрен, ну что ты делаешь-то, твою налево, а? Это только на грибы дает плюс. Хотя мы можем поставить этот и гриб. Ну да, кстати. Что-то я об этом не подумал. Сделаем тогда так. И сделаем вот так вот. Ага. Погнали. Допустим. Король. Король. Не знаю, кто там у него, ребята, есть. Сделаем вот так вот. Да ты запарил, ну ёпрст, это сейчас безумие сделает. Или хильнется. Хильнется все-таки. Кто здесь у него? Вот что меня больше интересует. Ага. И кого же он хлопнет? Сюда решил, да, ударить? Хорошо. Так, защита сработает? Нет. Защита, к сожалению, не сработала, друзья мои. Ну, рыцарь, да, появляется. Давай сделаем так. Ну и вот так, наверное, а что делать-то тут? Я не знаю, что еще. У него может быть флакон. Может быть валун. Все, что хочешь у него может быть. Так, уничтожает, окей. Плюс 5. Так, ну он сейчас бьет в броню. Получается, да, нам? Бьет в броню. Так, что нам здесь можно сделать? Пока, наверное. Наверное, пока ничего. Так, вот теперь начинается.
Пим-пирим-пим-пим, да? Вот тебе и пим-пирим-пим-пим. Так, сейчас он защита сработает опять же. Кому-то он понизит атаку. Никому не стал, да, понижать? Ладно. Если у него есть флакон, нам будет труба. Так, он валун тратит. Ладно. Так, 6 единиц урона здесь. Ну хорошо, 4 единицы урона. Бонусная атака. Ладно, бонусную атаку он потратил. Вот, совсем другое дело. Так, поехали. Сделаем так. Сделаем. А что мы сделаем? Что мы можем здесь еще сделать? Наверное, вот так вот сделать. И вот так. А там посмотрим. На... Так, превращай, да? И кто там у него появляется? Ну что, ему хана, ребята? Ему хана. Пробили, как ни странно, ребятушки. Пробили, и умник у нас выигрывает. Выигрывает этот поединок. Так, нанесите 30 единиц урона растениям-героям. То есть это я должен играть за зомби. Окей. За зомби. Ну что, попробуем сыграть за... За бесенка, ребят, сыграем. Не знаю, насколько хорошо там получится у нас. Так, каток. Какой-то там каток. Наркоток. Каток-наркоток. Название-то какое. Эй, ребят, ну... Перебор делают, понимаешь, перебор. Ну, не знаю, ну сундук поставим, если только. Сундук. Так он его бомбанет, сундук. Наверняка на орешках будет сейчас играть, скорее всего. Ну, давай просто проверочку сделаем. Будет у него там бунгчо или орех? У него кактус. Хм. Ага. Так, у него все ребята с пробивнухой, да, стоят? Ну что, будет по земле бомбить или нет? Опа. Видишь всех, с чем они стоят? Вот тебе и ха-ха. Не буду я, наверное, пока ставить. Вот интересно, есть у него бомба или нет, а, ребят? Как вы думаете? Да, тут и без бомбы, по-моему, ребят, фигово все получается. 6 и 2, 8. Да.
Чё-то как-то мне выдали в начале тут вообще карты очень, очень большие. Так, поехали дальше. Я говорю, ребят, рандом тут решает все. Если тебе изначально рука не пошла, это тебе повезет, если ты разыграешь еще ближе к там середине. Подожди, это вообще не та колода. Откуда здесь? У меня этого не должно быть. Откуда у меня взялся там Купидон? Эй, колода-то не та. Ну давай попробуем так сделать. Ну зеленая тень, на что? На орехах обычно играет. Тратит рикошет. Ну в принципе, пускай. Я не возражаю. Я воздержусь пока. Хочу посмотреть. Вот. Давай так вот сделаем. Ага. Интересно, есть у нее могилоед или нету? Опа. Опачки, что у него есть? Я понял. Давай сделаю так. И вот так. Такс, еще один. Плюс заморозку делает. Так, посмотрим сейчас, куда выпрыгнет зомбик у нас. Да и зомбик-то выпал скудненький, если честно. Вы сейчас серьезно, да? Мне даже поставить нечего. Вот что он творит. Так, защита. Нормально. Посмотрим. У него, наверное, есть изменить ландшафт. Смотри, раз, два, три, нифига. А хо-хо, не хо-хо? А? Паренек, поехали. Сейчас еще пять в лицо бусиной, да, своей зарядит. Так и есть. Ребят, не та колода. У меня на бесенке не та колода стоит. Так, ладно, давай попробуем тогда супермозг потерроризировать маленечко. Блин, вот я тебе говорю, почему не синхронизируется, например, с iOS, да? На Android. Почему нет у них вот этой синхронизации? Одна и та же игра, ребят. Одни и те же сейвы. Один и тот же аккаунт, но у них нет синхронки. Вот это меня раздражает. Так, попробуем сейчас сыграть за супермозг. Так, ну прям вообще что-то кисло. Прям вообще по кисляку. Он хочет на ландшафтах сыграть, да? Получается. Ну давай так попробуем.
О, гриб. Так, у него здесь, ребята, гриб. Ягода. Что-то уже интересно. Наносит 3 единицы урона. Слушай, ну он, в принципе, ребят, нормально потратился. Да, 2 единички урона, конечно, получим. Тут уж не избежать, к сожалению. Так. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Он может на земле сделать 1-1. А вот так вот он делает. Окей. Окей. Погнали. Так, 6 единиц энергии. Так, 8. 8 единиц энергии. Поехали. Так, на этого замораживаем. Или заморозить розу лучше. Наверное, розу. Тут в первую очередь надо замораживать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сколько там он стоит? Я не могу понять. 9? Так, сделаем вот так и вот так. Угу. Ну, это трэш. Это, блин, трэш, друзья мои. Какой-то уже пошел. Ну, 5 в лицо, конечно, конечно, пробьет. Я не уверен, ребята, что, как говорится. Оу. Не надо пока ничего здесь. Хм. Как бы мне тут лучше сделать? Давай, наверное, вот так. И вот так. С 4 хп, конечно, далеко не уедешь. Так, ну ладно, прокачивает он грибы. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Сюда поставим. Что бы сделать-то? Давай, наверное, вот так вот. Да и все, пока. Ты серьезно? Он не себе... А, ну правильно, зачем ему себе восстанавливать у него? Поехали. Дарин, такой звук.
Я даже не знаю, что поставить можно. Ну давай сделаем вот так вот. И вот так. Так, ну ухинулся, это ладно, это ерунда. Это в наказание. Бомбанем. Такс. Давай-ка сделаем, наверное, вот так. Еще алоэ. Поехали. У него есть 2 единицы урона. Он может мне прям в лицо их нанести. Допустим. Понятно, сразу начинает хиляться, естественно, ребят. Сюда поставим. Так, ну что, срабатывает защита, понятно здесь. 2 единицы в лицо. Что он может еще сделать? А лучше бы он уничтожил мне вот эту вот зомбариху. И было бы мне счастье. А он сюда наносит? Сюда? А почему именно сюда, ребят? Ха, вот это для меня загадка. Какой-то у него хитрый план есть. Кукуруза. Хорошо, что у меня есть вот такая вот карта, ребят. Вот для чего он это все сделал. Но здесь проблемка немножко в другом, ребята. Смотря куда встанет зомби и какой зомби еще будет. Так. Опа, повезло нам. Я еще раз повторяю, ребят, смотря. Так, что зомби. Ага, понятно. Вот это вот, вот это шансы в тайме мне, конечно, уменьшил. Ну, попробуем. Ёк-макарёк, друзья. Ты понял, да? Они куда угодно встали, только не туда, куда надо. Щет. Ну, проиграл я, все, проиграл. Просто тупо проиграл, ребят. Если бы он бы встал бы хотя бы один, понимаешь, единичку урона я бы еще выдержал бы. Че, он там сдался, что ли? Он заранее сдался? Нет, наверное, ожидает. Понимаешь, дело в том, что если бы... Сейчас вот 6 единиц в лицо мне светит. Он не успел. Нет, он успел, ребят. Он успел. Блин, ты понимаешь, если бы одну единичку урона хотя бы вот сюда куда-нибудь встал, или сюда. Лучше бы, конечно, вот сюда встал бы. Вот этот вот сюда. Было бы круто, потому что мы бы нанесли урон, и все было бы ништяк. А так они встали, как назло, не туда, куда надо. Вообще не туда. Все, ребята. На сегодня будем закругляться, видишь, да?
Все мои попытки были тщетны, но тут суть была ежедневки отыграть. Но не повезло сегодня, что я могу сделать? А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.